Добровольная пожарная охрана Орловской области продолжает активно развиваться, причем как количественно, так и качественно. В селе Корсунь Верховского района при храме Корсунской иконы Божией Матери была создана объектовая добровольная пожарная дружина. Появление добровольной пожарной дружины при храме и оснащению необходимой техникой стало результатом плодотворного сотрудничества регионального управления МЧС России, областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и Орловской митрополии в вопросах пропаганды и обеспечения безопасности в области. Мы спасаем человеческие жизни, мы спасаем человеческие души. Я хочу сказать, что в настоящее время много государством, правительством Орловской области делается в вопросах защиты населения, территории и, самое главное, в вопросах обеспечения пожарной безопасности. Подарок от МЧС спасатели получили мобильное средство пожаротушения. Оно состоит из пожарной мотопомпы, рукавов, стволов, разветвлений. В комплект также входит обмундирование пожарных, ранцевые и порошковые огнетушители. В будущем здесь может появиться и свой пожарный автомобиль. Мы вот уже немножко здесь переговорили с главой района. Мы, конечно, посмотрим и постараемся оказать в тех силах и в тех возможностях, которые у нас есть, рассмотреть вопрос в следующем году. Я думаю, что у нас это получится. Выделить сюда пожарный автомобиль, конечно, не новый, но в хорошем состоянии.